Brickle Luxury Motors. Не Кейч, я иду Порше, я имею в виду. R8, R6. Там цены написаны сразу, там, да, на стекле. Как я понимаю. Ташерияс Эль Мексикано. Открыто. И флаг мексиканский, видишь, там сразу. Мало людей, никого, да, практически не шарится по улицам. Смотрим, это наша остановка. Ну давай, да, посмотрим бусы, да. Какие заебисто уже. Ликерис. Мучу ликерис. Мучу биби алкоголика. Ничего бухало. Я. Мучу бус. Downtown, straight ahead. Downtown. We've been riding bicycle by day, going by foot by night. I don't know, я когда здесь уже буду жить. Постоянно, по-любому найду командёвку какую-то. Что найдешь? Командёвку найду какую-то, футбол играет. А. Мексы всякие. Постоянно играют. Майами ты имеешь в виду, да? Да. Вон футбол. Оки-доки. Ага. Оки-доки. Слушай, стаке. Walk and vape. Знаешь, еще есть какая тема в Америке? Фудбэнки. Слышал это? Фудбэнк? Да, слышал. Для бездомных там, для всяких, да? На самом деле там, блин, куча русских тоже берут себе хаб. Ну тебе, кому не хватает на еду, типа, да, типа такая хрень, да? Ну якобы да, но даже если тебе хватает, ты можешь приехать типа там раз-два раза в неделю. Какие там? Вау, таких пакетов там и овощи, и фрукты, и йогурты там. Ну еду и нормальная еда, типа, замороженная. Да. Ну, лишним не будет. Клубника там, блядь, ну типа нормально можно напитаться. Не тратится, да, вообще на жрачку? Нет, тратится, но это типа дополнительно, знаешь, там. Time to time, да? Sometimes. Здесь вроде надо налево. Куда, да? Да. Апартаменты? Да. Или кондоминиумы, может. Можно в каждую песню вставить пуси. О чем можно петь? Пуси?
О чем вот нужно петь песню, чтобы ты постоянно мог туда вставить всегда пусть, нима и бич? Ну пусть это слово, которое всегда присутствует. Блядь, ну не знаю. Лайм вот эти, да, скутеры. В Париже такие же тоже. Ну, имею в виду лайм. Да. Ну, походу, дресс-код нужен, да? В шортах не зайдешь, мне кажется. Видишь, лайн такая, биг лайн. Okay, so it's like a huge line to get into the club, yeah? Huge line. Uh-huh. Да. Сколько мне надо стоять в этой очереди, да, чтобы туда попасть, блядь? Мне надо эту телочку высыпать можно 100%. Там какая-то толпа двигал. Ага. Что, туда нам, да? Вот в это направление. Брикел. Смотрите, Брикел Авеню есть такое, да? Смок шоп. Брикел Сити Центр. А, я, кстати, видел про этот район, там тоже блогер, который здесь живет, в Майами. Снимал гламурный. Форка. Все симпатично. Ну, сделано. Да, красиво. Достаточно. 600. Церковь видел, да, снимала? Нет. Сейчас сниму. А, слушай, ну мы же тогда в прошлый раз тоже тут шли. Мы на велике начали проезжать. Ну, по тому мосту ехали на велике, помнишь? Здесь вот, а ты что, сюда вот сделал, ты говорил, да? Да, 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 вот я из этого вспомнил. Ага. Я под ручку тут елку палки, да? Вот. Это типа тоже кондоминиумы, да? Я так понимаю. I wish I had the flat apartment in this building. Ой, бля. А, подземчик. Ага. Двоебистая идти. Где, да, яхта, яхта. Hopper.
available. Unavailable. Нет. Не рабочий. Я был в этом заведении. Да. Ну, курица в основном разные там, типа Buffalo Wings, там разных очень много сортов. Куриный ресторан, скажем так. А какой номер наш? Непонятно. Нам вообще 119 надо. Давай. Не, ну на S надо. Ага. Заебисто, да? Тут того там на самом деле, да?